Друзья, всем огромный привет! С вами Сергей и это YouTube-канал Assistance TV. В этом видео я вам расскажу, как сделать 5 новых самоделок для зимней рыбалки. Будет очень интересно. Допустим, первая самоделка у нас будет электроудочка для зимней рыбалки. Видите маленькую кнопочку? Внутри вмонтирован простейший механизм. Мы на нее нажимаем, и она сама у нас начинает играть. Сейчас я вам расскажу, как сделать такую удочку, поэтому оставайтесь со мной. Ну и давайте приступим. Опускаем нашу мормышку и нажимаем на кнопку. Чтобы сделать такую чудо электроудочку, которая будет сама ловить рыбу, нам с вами понадобится какая-то удочка, желательно с полой ручкой. Также нам понадобится небольшая кнопочка, какой-то мелкий выключатель, любая пальчиковая батарейка, две старых щетки, а именно пружинки от этих щеток, и вибромоторчик. Вибромоторчик этот маленький можно достать с любого старого мобильного телефона. Хоть, ребят, Nokia 1120. Самый старый телефон у меня был, я с него достал вот такой вот вибромоторчик. Он и послушает нашим механизмом для того, чтобы удочка сама ловила рыбу. В этой удочке есть одна небольшая хитрость. У нее полая ручка. Это очень здорово в нашем случае, потому что именно в эту полую ручку, пустую внутри, мы будем с вами прятать нашу батарейку. Первым делом, что нам нужно сделать, это к нашей удочке, где мы будем размещать данную конструкцию, подобрать кивок. Так как мы будем играть мормышкой, вот такой металлический кивок, я думаю, будет не кстати, поэтому используем вот такой вот лавсановый кивок, который можно будет регулировать по чувствительности. Вот такой кивочек. Теперь наша задача с вами наш вибромоторчик, вот этот маленький, прицепить к этому кивку снизу. Вот здесь вот. Если мы его напрямую сюда прикрутим, то наш моторчик во время работы будет касаться кивка, и он может просто-напросто сгореть. Это будет очень плохо, если он сгорит, ребят. Поэтому я вам рекомендую вот сюда между кивком и между моторчиком что-то подложить. У меня есть вот такая вот пена, это какая-то шумоизоляция с автомобиля. Я оторвал совершенно маленький кусочек, какой-то пыпточек. И вот именно этот кусочек нам будет достаточно, чтобы наклеить на наш с вами вибромоторчик с одной стороны. Вот такая штука получилась, теперь нам необходимо ее примотать к кивку, вот сюда вот снизу. Я это буду делать, ребят, конечно же, при помощи всей нашей любимой с вами изоленты. Примерно вот такая картина у нас с вами вышла. Вибромоторчик прикручен изолентой через прокладку к нашему кивку. Теперь, если мы с вами возьмем, допустим, пальчиковую батарейку и быстренько сейчас ее на коленке подсоединим, неважно, где плюс, где минус, у нас с вами во время работы моторчика кивок начнет очень сильно играть. Видите, как он играет? Просто жесть. Вот какая игра получается. Вы представляете, как будет играть наша мормышка под водой? Та окунь там, блин, с ума сойдет от такой амплитуды, правильно? Так как удочка у нас с вами полого плана, и здесь сверху будет заводиться леска, и сверху будет катушка. Вот так получается. Единственное место, где можно установить кнопку, только вот здесь сверху. Материал в удочке очень мягкий, поэтому дырка делается одним оборотом ножа. Только я прикоснулся, и сразу у нас с вами получилось такое отверстие. Перед тем, как подсоединить кнопку, мы с вами осторожно всю нашу проводку проводим вдоль кивка. Вот сюда вот периодически, через несколько сантиметров, приматывая ее изолента. Сразу хочу вас предупредить, что я длину немного укоротил, потому что не вижу смысла в столь длинном кивке для такой вот удочки, если работать над лункой. Вы спросите, зачем же нам нужны были щетки? Щетки для того, чтобы, ребят, наши батарейки вот таким образом здесь контактировали. Одну щетку мы привязываем к одному проводу, вот таким образом, и запихиваем ее туда, в середину удочки. Вторую щетку мы привязываем ко второму проводу, и она будет у нас вот здесь вот поджимать, получается, в нашей с вами крышке. А кнопку, нашу кнопочку, ребят, мы просто в разрез провода, любого из этого, просто вот так откусываем его, один провод сюда прикручиваем, второй край сюда. Теперь, как я и говорил, очень осторожно в разрыв прикручиваем нашу с вами кнопку. Один провод и точно так же с другой стороны другой провод. Немного намотал изоленты, и теперь можно нашу кнопочку вовнутрь туда всовывать. Ну все, ребят, вот такая красота у нас с вами получилась. Теперь что мы делаем? Берем батарейку любой стороной, какой нам нравится. Хотим этой, хотим той, любой стороной. Просто берем ее, всовываем туда. У нас все будет держаться в контактах, за это переживать не стоит. Берем пробку, берем обратной стороной вот так вот это дело все. И также направляем на батарейку. Так как с обоих сторон пружинки, они будут плотно
поджимать нашу батарейку. Есть. Теперь, когда мы нажимаем на кнопочку, у нас с вами вибрирует наш кончик. А как только погружаешь мормышку, она там сразу сходит с ума. Сегодня я вам хочу рассказать о премиальном ноже от компании Rike, модель 671TZ, который сделан из титана. Все ножи от компании Rike имеют свой уникальный номер. Подделать его становится просто невозможно. Это премиальный нож, который выполнен без каких-либо люфтов и зазоров, который сделан из титана и имеет очень легкий вес, всего лишь 99 грамм. Премиальная сталь и замок Frame Lock делают этот нож повседневным. Данный нож совершенно не будет подвергаться коррозии, его можно использовать абсолютно в любых условиях, как вы хотите, на рыбалке, в воде, под водой. Можете цеплять куда угодно, прицепить сюда темляк. Здесь есть вот такая мощная вставка для того, чтобы он хорошо и крепко лежал у вас в руке. Очень острая заточка. Сейчас мы вам покажем. Всегда все показывают уровень заточки лезвия ножа на бумаге. Но давайте мы это сделаем. Как по маслу, смотрите. Просто берем бумагу и данный нож под очень острым углом. Клинок ножа имеет форму клип-поинт. С помощью данной формы можно делать очень острые и точные проколы. Степень заточки ножа очень высокая. Без каких-либо люфтов и зазоров. Длина ножа в сложенном виде 94 мм, а общая длина 164. Длина клинка составляет 70 мм. В общем, данный нож выполнен из премиальной стали со вставками титана. Клинок у него клип-поинт, замок фреймлок. Очень хороший механизм. Открывание можно вот так одним пальцем только. Оп, и ножик вылетает. Ссылка на данного красавца будет в описании. Всем, кому интересно, переходите, просматривайте. Это будет отличный выбор для себя, любимого. Либо кому-то на подарок. От такого ножа, я уверен, никто не откажется. И подарок будет просто замечательный. Сейчас же я вам покажу, расскажу, как сделать очень классную, эффективную кормушку, которая будет быстро опускаться на дно. И называется она кормушка с самоотвалом. Если обычная кормушка зимняя называется самосвал, то это самоотвалом. Принцип действия этой кормушки. Друзья, у нас вверху просто привязана леска, мы ничего не регулируем и просто опускаем кормушку. Внизу есть груз, ну достаточно тяжелый. Вес груза должен быть больше, чем вес внутри прикормки. Мы опускаем на дно, и когда груз касается дна, кормушечка просто сама по себе, ребята, открывается. Мы поднимаем, она закрывается. Это очень здорово, ведь мы можем регулировать вот эту вот высоту, мы можем сделать, допустим, здесь метр, и каждый раз у нас во время касания груза на дно кормушка будет открываться на глубине, на высоте от дна 1 метр. Это классно, ребят, это не будет пугать рыбу, это намного проще, чем дергать, и намного быстрее погружается с таким большим весом на дно. Мы набили корма, здесь держится все отлично, коснулись дна, кормушка открылась. Сейчас я вам расскажу, как просто сделать такую кормушку. Собрать такую кормушку самосброс проще простого. Это обыкновенная кормушка, ее никак не надо, ребята, модернизировать и ничего с ней делать. Все, что нам понадобится, это какой-то груз, но я скажу, граммов хотя бы 70 он должен быть, и на нем должен быть кусок толстой лески. Мы берем нашу кормушку на обратной стороне, где у нас вот петелька, и берем вот эту леску, и просовываем ее вот здесь вот, вот это отверстие. И она у нас должна выйти с обратной стороны в это вот верхнее отверстие. То есть мы берем отсюда лесочку, вытаскиваем. И в это же отверстие протягиваем сюда. Вот что у нас получается. Такая картина. Вот наша леска проходит. Четко видно. Теперь наша задача взять леску и продеть ее вот в самое верхнее отверстие. Сюда. И чтобы здесь оно вышло с этой стороны. Вышла наша леска. Протягиваем, и вот этот край, который мы с вами высунули, мы должны просто привязать к нашей крышечке любым узлом. На мой взгляд, это отличная модернизация, друзья, обычной кормушки, так как кормушка с этим грузом будет намного быстрее опускаться на большую глубину, и вы можете регулировать высоту открытия данной кормушки.
Еще раз показываю. Мы просто опускаем, только груз касается дна, и кормушка сама по себе открывается, и весь корм вываливается. Вот у нас есть два поплавка для зимней рыбалки. Они вроде бы, ребят, нормальные, универсальные, но когда рыба вяло клюет, либо выкладывает, не всегда эту поклевку видно. Сейчас мы эти поплавки с вами модернизируем. Для этого мы берем небольшой кусочек проволоки, делаем такое ушко на нем, и вокруг этого ушка слегка наматываем петельки. Теперь мы берем вторую проволоку, продеваем ее через ушко, и делаем уже точно такую же петельку, только, ребят, руками. Так сказать, петля в петле должна получиться. Вот. Теперь берем наш с вами поплавочек и в него сверху втыкаем одну петельку поплотнее туда ушком, а сверху второй поплавочек, обратной уже стороной. Петля в петлю. И у нас с вами получается, ребят, когда мы это все плотно сейчас соединим, вот такой вот поплавок. Можно это дело подклеить, чтобы вот оно не выходило, с помощью суперклея. Ребят, я, допустим, подклею точно так же осторожно ультрафиолетовым фонариком, гель-лаком. Главное не склеить кольца между собой, чтобы они свободно ходили. В чем же прелесть данного поплавка? Ребят, вот так это выглядит. Внизу дробинка, ниже будет крючок и сам поплавок такой двойной. Мы погружаем его сейчас в нашу банку. И он в лунке у нас именно в таком макаре. То есть вот наша луночка получается с вами. И он должен быть, ну, где-то сантиметров, мы видим, 5, не доходя до поверхности воды. Вы же будете это все наблюдать сверху вот так вот. Вот так вы видите ваш поплавок, вот, в лунке. Когда у вас происходит поклевка, поплавок либо колебается с стороны в сторону, это... Вот так вот будет наяву. Вот видите, хоп, колебания. И таким двойным поплавком легче увидеть малейшую поклевку. Он чувствительный. Когда рыба будет выкладывать, вы увидите не просто подъем, а будет подъем, а верхний поплавок будет ложиться вниз. То есть 100% такую поклевку ты не пропустишь. Под водой вот он колебается, а когда выкладывают, видите, оп, и он сразу лег. Очередная самоделка, которая у меня в приоритете под номером 1, ну, конечно, пока у меня не было электроудочки. Друзья, это, конечно же, балда. Я вам про нее рассказывал. Бомба, балда имеет некоторые особенности для разных регионов. В одних регионах ловят по одному делают, во вторых регионах там по третьему как-то делают. Поэтому, ребят, я вам расскажу, как это делаю я и на что ловится в наших краях. Реально использовать флюорокарбон, хороший бисер, и правильно ее, главное, связать с нужным расстоянием. Вот так выглядит эта снасть. Для тех, кто не знает, вот вам показываю. Это снасть для ловли окуня, которая зарекомендовала себя на 200% среди рыболовов. Это поисковая снасть, которая находит рыбу, и окунь просто жадно ее хватает. Давайте я сейчас вам сразу быстренько расскажу, как ее сделать, друзья. И я надеюсь, вам понравится. Я думаю, каждый сможет найти бисер у себя в доме. Нет, его можно купить либо в швейной фурнитуре, либо в магазине для рыбалки, но там он будет стоить дороже. Нам понадобится с вами красный бисер, черный бисер и какие-то небольшие вот такие кембрики с проводов. Будь это черного, синего, красного цвета, любого другого, ребята. То есть нам с вами понадобится бисер. Основная масса бисера — это красный цвет. Вот именно красный цвет нам нужен будет больше всего. В данной снасти очень важен крючок, который вы будете применять. Он должен быть небольшого размера, ну как для ультралайтовой ловли, и с широким кольцом. Широкое кольцо, вот это ушко, должно быть, ребята, обязательно. Так снасть будет работать более эффективно. Как делается эта снасть? Начинается с крючка. Берем с вами красный бисер и заполняем красным бисером цевьё крючка до самого края. Причем сразу хочу заметить, обратите внимание, бисер должен свободно ходить по крючку, не должен туго туда налазить, он должен свободно там гулять. Теперь, когда мы забили практически полностью цевьё крючка, бисер крайний, мы с вами одеваем туда черного цвета. У нас с вами получился как бы цвет мотыля, бисерок при этом гуляет свободно, вот, и на краю черная бисеринка. Теперь все это дело фиксируем нашим маленьким кембриком. Без разницы, каким он цветом, синим, красным, черным у вас, это уже не имеет большого значения, ребята. Что главное на данном этапе? На данном этапе главное, чтобы ваш бисерок гулял, у него был свободный ход. Видите, вот он у меня гуляет.
Можно, в принципе, если вы туго насадили, у вас нет места уже для кембрика, вот так туго не должно быть. Ваш кембрик должен быть слегка выше вот к жалу крючка, в то же время, чтобы гулял ваш бисер свободно. Видите, вот он свободно гуляет, имеет свободный ход. Лучше одну бисеринку снять, нежели просто туго их дожать. Ребята, таких крючочков с таким бисером на одну снасть нужно 3 штуки. 3 крючка и грузик. Сейчас я вам расскажу, как же сделать грузик для этой снасти проще простого и как можно дешевле. Для данной снасти проще всего сделать груз из вот таких вот, так сказать, скользящих грузил для летних оснасток. Наша задача взять сейчас грузик и при помощи канцелярского ножа ровно посередине разрезать его напополам. Свинец, металл довольно мягкий, и канцелярский нож с легкостью с ним справляется, ребята. Да, это требует определенных усилий, но это очень просто. Теперь, чтобы все было эстетически хорошо, красиво и не цеплялась наша леска, при помощи надфиля острые края все стачиваем. Когда мы подкорректировали, так сказать, наш грузик, на следующем этапе нам необходимо при помощи шила либо другого инструмента проделать вот здесь вот сквозное отверстие. Для монтажа данной снасти я вам рекомендую использовать леску, ну где-то, друзья мои, диаметром 0,2-0,25. Лучше всего, если у вас будет возможность и вы сможете использовать флюорокарбон. Как мы монтируем данную снасть? Берем первый крючок, чтобы жало его смотрело в левую сторону, продеваем в него леску. Берем наш груз, продеваем в него леску. И второй крючок мы продеваем в правую сторону жалом. Опа-на! У нас с вами получается вот такая вот картинка, друзья. Вот так это выглядит. Короче, вот такая вот штука у нас получается. Видите, вот она ходит и кружит. Теперь нам от края необходимо здесь завязать узел. Ну, где-то отступив сантиметра 3-4. Вот здесь вот вяжем узелок. То есть у нас с вами на расстоянии 3-5 сантиметров получился вот здесь узелок. Вот этот короткий край мы с вами откусываем. Сейчас мы берем третий крючок и к нему, друзья, привязываем такую же леску, такого же диаметра, как и на основной снасти. Ребята, а теперь важный момент. Нам необходимо третий крючок вот этот привязать поводком, чтобы длина этого поводка была 5-10 сантиметров, не больше 10 сантиметров. В то же время, чтобы он, когда мы вниз опускали, не цеплялся вот этого узла. Видите, то есть на такой высоте его нужно прицепить. Ну вот и все, супер уловистая снасть, бомбочка готова. Я не знаю, ребята, почему она так называется, бомбочка. Скорее всего, что когда бьешь об дно, создает на дне муть, и окуня это привлекает. Следующая самоделка, на которой я хочу остановить свое внимание, это, ребята, кивок-арбалет. Я вам когда-то рассказывал, как его сделать. Хочу повторить, потому что прошлую зиму я именно на этот кивок, который сделал, отрыбачил много рыбалок. Лещ превосходно, плотва вообще супер. Ребят, смысл кивка в том, что он компенсирует вес мормышки. Если вы ловите на тяжелую мормышку, рыба ее не чувствует, когда берет. А кивок за счет того, что у него очень большой ход, видите, вам видно всю поклевку. То есть даже сдалека, со стороны, либо вы рыбачите на улице, либо в палатке в другом краю, вы увидите поклевку. Кивок стоит вот так, рыбка выкладывает, он поднимается до самого верха. Сейчас я вам расскажу, как его сделать, друзья. Но я думаю, все плюсы вы поняли. Это идеальная снасть для ловли леща. Для изготовления кивка арбалета нам понадобится стальная проволока, довольно жесткая канцелярская резинка, ну и какой-то инструмент для того, чтобы нам удобно было сгинать наш кивок. Первым делом нам нужно взять отрезок проволоки, как я сказал, сантиметров 30 длиной. Нам необходимо, ребята, выровнять вот этот вот край где-то, в серединочке который, и сделать несколько сгибов. Первый сгиб мы делаем вот здесь с вами, вот таким образом. Опача! Ровненько у нас получился сгибик. Второй сгибик сделаем здесь. Причем, ребята, ширина вот эта должна быть такой, какая ваша канцелярская резинка. Так как канцелярских резинок очень много сейчас на рынке, поэтому, ребята, возьмите резиночки, которые вы купили, и сделайте где-то по ширине резинки примерно, ну, можно немножко меньше, чуть-чуть больше, не имеет такого особого значения. Сделайте вот этот вот загиб.
Я не могу вам сказать, сколько это в сантиметрах, потому что, как я сказал, у всех резинки канцелярские разные. Вот примерно у меня вот такой вот получилась такая вот штука. Теперь нам необходимо поднять этот край, ну, также, ребят, на несколько сантиметров. Берем вот так вот и поднимаем его вверх с одной стороны. И точно на такое же расстояние поднимаем его с обратной стороны. Вот такие вот два сгиба мы с вами сделали. После этого нам нужно вот здесь сделать обратный сгиб. То есть мы берем, держим крепко, также отступаем несколько сантиметров и выворачиваем в обратную сторону нашу с вами проволоку. Вот этот обратный сгиб, причем нам необходимо с вами плотненько здесь поджать, чтобы он был плотным. Точно так же делаем с обратной стороны. На то же самое расстояние берем и поджимаем. Оба-на. И делаем небольшое вот так зажатие. Ну что же, вот такая штука у нас вышла. Я ее слегка внизу подогнул. Здесь она должна крепиться к нашей удочке. Вот наша зимняя удочка, ребята. И сюда нам надо вот так эту штуку, всю конструкцию прикрепить. Взяли изоленту и хорошо плотно обматываем все это дело. Когда мы закрепили нашу конструкцию на хлыстике, можем свободно продевать его в удочку. У нас получается вот такая вот штука. Теперь нам необходимо взять термоусадочную трубочку такого диаметра, чтобы туда влезла вдвое вот так вот наша с вами резинка. Вот видите, она туда пролазит вдвое как раз отлично. Вот такого диаметра должна быть термоусадочная трубка. И нам необходимо посередине сделать небольшой надрез, разрез, так сказать. Осторожно это дело прорезаем с одной и с другой стороны друг напротив друга соответственно. Вот наша конструкция, вот наш уже с вами разрезанный кембрик, и мы продеваем сюда резинку вдвое, как я сказал. Вот наша резиночка продета, одеваем с одной и с другой стороны нашей с вами конструкции. Теперь для нашей конструкции необходимо использовать кивок. Кивок может быть как металлический, так и лавсановый. Он, ребята, должен быть, ну, достаточно жесткий. Сильно мягенький использовать не нужно. В моем случае это вот такой вот металлический кивочек. Теперь наша задача продеть наш кивок через вот это отверстие, которое мы сделали, чтобы он пролез между двумя резинками, между ними вот здесь вот обязательно, не сбоку, а между ними, и вышел с обратной стороны. Нам с вами необходимо отрегулировать кивок-арбалет таким образом, чтобы наш кивочек был вот в таком вот положении. То есть мы для этого берем, снимаем один край резинки и делаем просто-напросто несколько оборотов. Вот так вот накручиваем и одеваем назад. Вот сейчас я отрегулировал данную снасть. Представим, что у нас под водой мормышка. Когда у нас идет выкладка, резинка слегка компенсирует вес мормышки и кивочек поднимается. Также, ребята, если мы куда-то отошли, у нас была хорошая выкладка, мы с вами увидим такую картину. Вот только у нас была выкладка, оп, кивок просто стоит вверх поднятый. И это благодаря нашей с вами резинке. Мы приходим, значит, поняли, что надо или проверить насадку, или что-то у нас случилось. У него очень большая амплитуда колебаний, как вы поняли. То есть даже небольшую поклевку будет с таким высоким рычагом видно очень, ребята, круто. Видите? Будет действительно круто. Если клюнет вниз, мы увидим поклевку вниз. Если клюнет вверх, то мы увидим поклевку вверх. Идеальное положение кивка арбалета, когда он практически горизонтален. Но в данном случае, как сейчас, и вот так огружен мормышкой. Регулировать очень просто. Один оборот сняли, один оборот добавили. Либо даже можно регулировать длиной самого кивка между резинками. Видите, он то выше становится, то ниже опускается. Как вы поняли, сплошные плюсы, но есть и минусы. Это, ребят, громоздкая оснастка, которую ну, не так легко собрать. Видите, все равно кивочек будет торчать вот сантиметров на 15, если вы уложите в свой рыболовный ящик. И, ребят, второй минус – это рыбалка вне палатки, то есть на улице. Может снасть слегка запутываться, и от большого ветра кивок может ну, чуть-чуть вот сам по себе вилять, если использовать легкую мормышку. Если использовать мормышку потяжелее, то все будет просто отлично, и кивок справляется на все 200%. Я очень надеюсь, что вам понравилась данная подборка самоделок. Напишите в комментариях, что вам больше всего понравилось и что бы вы хотели сделать сами. Также, друзья, присылайте мне в комментариях свои варианты самоделок, и в следующем ролике я непременно сделаю подборку уже из ваших, ребята, рубрик. Поэтому желаю вам всем удачи, не хвоста, не чешуи, пускай вас всегда ловится. С вами был Серега, YouTube канал Assistance TV. Не забывайте подписываться и нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео.